с победой, с матчем на ноль. Ожидал, что такая сложная игра сегодня получится? Ну, конечно. Мы смотрели много моментов по Мальте, да. А такие команды неудобно, которые любят играть в футбол. И поэтому я старался быть в игре все время. Несмотря на то, что было, не знаю, только три удара за 90 минут, но мы должны быть готовы все время, чтобы, когда нужно, уже спасать команду. Во втором тайме был убойный момент. Расскажи, что там случилось? Ну, я просто стоял до конца ворота, было подача с флангом, да, и реагирую по мячу, как он подкатывал и достал мяч, и я тоже стоял до конца, и получилось выручать команду. Пропускал ты тренировки из-за проблем с ногой. Расскажи подробнее, что это было и сильно это мешало подготовке. Ну да, я пропустил несколько тренировок, начало сбора, да. Но это не говорю травма, но говорю, что у меня сейчас проблемы, которые беспокоят чуть-чуть, но у меня сейчас будет больше времени лечиться, чтобы опять было здоровый, против Ликрилья уже суббота. Ожидал, что три матча и все три на ноль отыграешь? Ну, ожидать не всегда. Не всегда, как не ждать. Но я стараюсь всегда быть уверенным, когда играю. Да? Это наши цели. Но самое главное, чтобы мы победили, мы выиграли. Я всегда говорю, для меня больше важнее победа, чем играть на ноль. Лучше бы, если типа мы выиграли, хватит, знаю, 3-2, чем сыграть 0-0. Поэтому хорошо, что сыграл на 0 и выиграл, это вообще супер. Как оценишь результат 7 очков в 3 матчах? Я считаю, что это очень хороший результат. С первого сбора с Карпи. У нас было очень мало времени, да, чтобы... У него было мало времени, чтобы готовили команду, и мы старались по максимуму выполнить все требования, которые он хотел, что мы делали. И ну, самое главное, что нам получилось выиграть этой игры и завершать этот сбор с 7 очков, это вообще супер. Спасибо.